Российская модель Евгения Вавренюк подала иск на $1 млн на экс-вратаря «Локомотива» Семена Варламова. Бывшая подруга выступающего в НХЛ хоккеиста расстроена решением Денверской Фемиды, снявшей обвинение с голкипера. В октябре прошлого года Семен Варламов подозревался в нанесении побоев Вавренюк. 29 октября хоккеиста арестовали. На следующий день отпустили под залог в $5 000. 22 ноября прокуратура предъявила Варламову официальное обвинение в бытовом насилии. А в декабре суд по инициативе той же прокуратуры снял все обвинения, так как следователи не смогли собрать достаточную доказательную базу. Теперь Евгения Вавренюк намерена отсудить у Варламова $1 млн.